Друзья мои, добрый день. Сегодня 16 октября, Ленинградская область. И этот ролик как бы задел уже на следующий огородный сезон. Сегодня я вам покажу разницу, для чего я обрезала в рассадном периоде перцы. Вот, и как это выглядит уже в конце сезона, и каков плюс. Этот ролик, я думаю, что буду давать ссылки, когда мы будем сеять уже перцы нового сезона. Вот сегодня я собрала вот такой вот очередной тазик большой довольно-таки. Тут 15 литров. Вот такие вот перцы шикарные на 16 октября. Вот, замечательные. Друзья мои, сразу скажу про забор. Всем кладу. Я поняла, что он заинтересовал моих подписчиков, и всем кладу F2 в подарок. Будем пробовать выращивать вот такие вот перцы замечательные. Ну и, как видите, еще перцев тут осталось очень много. Ну, в общем, приступим к теме. Начнем с перца Рамира. Так, кстати, Рамира тоже обрезала, но его не с чем сравнить. Палермо. Вот Палермо красный, можете видеть. Значит, вот так вот. Здесь сантиметров 15. Вот идет вот такая неразвилка. Здесь пошли пасынки, ветки. И вот получился вот такой вот кустик. Ну, где-то порядка 70-80 сантиметров. Все я уже собрала. Как он выглядел, я показывала. Вот так вот был увешан перцами. Вот у меня еще тут работает инфракрасный обогреватель, работает лампа осветительная. В общем, жду дальнейшего еще урожая снять. Значит, это... Вот здесь вот я, похоже, не обрезала, да. Видите, здесь как высоко. Это желтый. Здесь вот низко, по всей видимости, обрезала. И здесь вот тоже. Это по Палермо в соседней теплице. Сейчас пойдем посмотрим результат того, как я не обрезала. И вот этот перец забор. Вот. Видите, вот она. Здесь вот, вот такая вот развилочка. И вот пошли перчики. Перчики пошли. Вот, сколько веток вы тут оставите, столько и будет, по кормежке будет все. Ну, в общем, выглядит он вот, вот так вот, и вот так вот он уперся. Это забор. Посмотрим тоже его в соседней теплице, не обрезанный. Были они посеяны 3 февраля. Так я и буду сеять их. И буду через какое-то время, когда будет 6 настоящих листиков, верхушечку буду прищипывать. И будут нарастать вот эти боковые ветки. На них потом собираем урожай. Вот. Это точно так же показать не могу. То, что не обрезала. Но вот этот вот испанский сладкий. Я его выращивала в прошлом году, не обрезала. И здесь где-то порядка развилка была, ну, где-то сантиметров 50, наверное. Вот. Здесь, как видите, получилась развилка вообще у земли. И сразу же пошли здесь вот перцы. Вот. И на сегодняшний день, ну, собираю потихоньку. Но сегодня вот еще вот так вот. В принципе, ну, я его и прищипнула. Можно было бы, и если бы еще не прищипывать, наверное, было бы вообще уже до крыши. Ну, вот настолько урожайный. Вкусовые качества всех перцев, ну, просто сказочные. Вы знаете, даже вот эта Палермо, как они заявляют, что это особо сладкий перец, не скажу, наравне с тем же Рамира оранжевым, точно такой же по вкусу. Поэтому думаю, что сильно убиваться и платить за три семечки по 300-500 рублей, вот на сегодняшний день я не вижу никакого смысла. Я, конечно, посею F2 оранжевые, F1 у меня еще есть красный, коричневый, но Рамира красный и вот этот оранжевый вполне такие же. Вкус забора тоже отличный. Вот такие вот перцы. Сейчас я сняла тоже два дозарятся, и я с них буду брать семена. Буду отсылать. Ну, друзья мои, получилось где-то, наверное, с 50-го будут получать, потому что 50 писем уже отправила. Пойдем в соседнюю теплицу, посмотрим необрезанные перцы. Здесь у меня еще раз тут баклажаны. Ну, тоже буду сегодня-завтра убирать. Вот. И вот, посмотрите, перцы. Вот этот перец первый. Это у нас Палермо. Вот он. Был посеян 23 февраля. Ну, где-то 25-го. Вот. Посмотрите, видите, какая ножка идет. Ножка, ножка, ножка. Вот она развилка. И вот они пошли. Вот такой вот кустик.
конечно, урожая я, честно, недополучила. Вот поэтому все высокорослые перцы я, конечно, буду резать. И вот соседний, пожалуйста, стоит забор. Вот, выглядит он вот так вот, тоже где-то 23-25 февраля был посеян. И здесь вот, вот такая вот, вот она, видите, ножка идет, идет. Но развилка где-то сантиметров 35-40. И пошли тоже плоды. Пошли плоды. Вот выглядит он вот так вот. Ну и сами понимаете и видите разницу. Конечно, буду я этим заниматься обязательно. Очень интересная тема. Кстати, один из подписчиков, подписчице было написано еще в книге «Домоводство» от 54-го года, что перец нужно обрезать в рассадном периоде. Ну, тогда увеличивается урожай. Соглашусь с этим. И вот теперь вы можете наглядно посмотреть и можете ко мне присоединяться в начале февраля и сеять высокорослые перцы. Друзья мои, всем хорошего дня, до свидания, всего хорошего.